Но... Да, чёрт, как долго. Вова! Рыбу пока. Дайте баф такой, который точно закидывается по классам. Зайдет и на квадро дадите перебаф у него. Вова. Здесь? Короче, условные силы, смотрите, луна ваша метка, блядь. Потом четвертая группа РДД, блядь. Трусы ваша метка на второй фазе, либо первая закупка, до первой закупки. И там... Частично получается. Третья группа тоже. Ромби достойности. Если у вас кислота расставит, соответственно, бежите в луну. О, печенька для вас. Звездочки, это столбы, куда будем драться на обезьяне. Если там не будет лужи, то бишь. Все будет озвучено. Ёбаный насос. Чё там, вернулся ли Адрин? Два я снизу танчика, не знаю. Нет, его, да. Не вернулся. Вова, ты здесь? Чего, Санёк, когда бы уже превращаться из жёсткого Карелла? Когда же время будут поджимать, а? Когда все. Ты просто, блядь, даже нет силы писать. Так что на работе не занимайся. Ага. У самого еще было 3 тренировки, вон, в воскресенье, в понедельник. Действительно. Вчера такой домой пришел, такой, просто спать сразу лег. Во всем работа виновата. Ну, частично, скажем так. Бля, где этот? Вова, бля! Извините, с путаником, неким. Сейчас я вам позвоню. Давай. Ну не знаю, я ему позвонил, он, короче, выбил. Да, хорошо, доберешь, Паша. Ну вопрос. Вот, красавчик, ты все равно долго, блин. Потом мне не кажется так долго после, будет давать минусы такую хуйню. Тебя будет 24 человека за ночь. Вкусный рыбу. Либо все не кажется, как будет начинать. Что собрали, что били. То мотопеды какие-то. Дайте полный рыбах. Огурцы лок, давай. Бафка ты. Хорошо, ты рыбу ешь, припон поставь ты, огурцы. Возьми себе огурцы, у кого нет. Может быть, жизнь куда-нибудь. Готовность на пол. Петя, Буревестник, чего не хватает? Все готовы, запускаю после и погнали.
Все то же самое. Пусты не тратите, 2 минут не можете тратить, остальные оставляйте на босса. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса. Ой, я тебе дал. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Что еще раз? Логика. Мне норм. Меня не лагает. Облака. Ну, облегуй. Сейчас центра пока что дайте. Пусть босс поставит. Все, можете идти бить. Выбежал. Хорошо. Ваши спирит ТПЗ выбежали. Если стаки лутаете, отбегайте больше назад просто и следите, куда летит огонь. Видите, летит на вас, просто в сторону побежали. Можете почти хоть под край круга убегать. Тем более огонь летит и на следа, как летит. Кого? Видите за это. Хорошо. Опять Чернобыль вылетел. Да блять. Чернобыль, тебе надо эту фигню пофиксить, а то будет. До конца пиноклада майник закидываю в логобок уже. Майников закинь пиноклада. Чёрт, рассосались? Надо взять, что-то добили гоблина. И пошли жуткую сразу бить. Бьем кислотную, вверх дали. Максимально густим, ребят. Кто на хилах, смотрите, ранжу набейте от РДшников. РДшники просто бейте. Не бейте. Приготовьтесь, скоро дебаф пойдет. Милики. Нажми айсбаунд. Подбежали на разморозку. Хорошо, пинклада поведешь по направлению. По стеночке к воротам. Разморозим. Заморожен, пацаны. Блять. Разморозок не надо, ты что? Нормально, нормально, продолжай бить, забери его, Андрей. Милики, добивайте. Приготовьтесь скоро разбегаться. Разрешите, держите уже ранжу. Ну дальше ранжу. Милики, держите ранжу. Сайса прохильте. Все, держите ранжу. Все пока еще нормально. Более-менее. Блядь, все, падаем. Бля, ну, Николай, ты если забираешь, то забирай, ну, вне гриппа, мы до конца забираем уже. Заходи, Катя, на приста. Стали все резко побежали за мной бить. Ой, блин. Кого-то там чуть-чуть нет, капец. Катя, ты здесь? Да. Я же 2 минуты. Хорошо.
поставь Зикса, Сталиса, сумная, пущала Рикс, Сталиса зарубу поставили, будем гулять с нами. И карта работать. Да, конечно. Чернобыль, ты пофиксил эту херню или нет? Пиши. Катя, посиди пока еще на плече. Я жду. Мне без шума надо сюда ходить. Спасибо. Я начинаю. Все, дали ребаф, сразу запустили босса. Тогда дальше на дорожку. В любом случае, я все равно сижу, потому что старый бой, так что я в любом случае тут, если что. Хорошо. Есть рыба, запускаем босса. Короче, сделаем на голову вам, если Мирик заморозит, бейте до конца, Андрей там, когда сможет, сам вас побежит разморозить, кого успеет, ну, под конец, так мало. Вы пока бегаете, больше кто вам теряет. Если раздержите, раздержите, смещайтесь. Ну, но когда закопается кислотное, уже бегите в сторону Андрея все, пачкой целого. Эссен, чего не хватает. Все, где-то он. Так, Чернобыль закрестует стресс на Ацеса. Бавка на пинаколаду закрестует. Ты на Ацеса, Чернобыль. Это хапал. Я там пати. Давайте, ребят. Хмелики пока не вырывайте. Дайте поставить. Все, можете идти бить. Выбежал, вылезти, Паша. Босса не бей. Он топает, можно дернуть. Там назад убегай. Играли по гоблину. Также, ребят, на ком гоблин появляется, бегите в сторону червей. ТБРЗ выбежал. Бомба на велику. Отведите. Смотрите, медики, аккуратно. Ну, это там все. Был горячий там. Какие у ТБРЗ бойчика Сайса практически процесса. И все свичнули гоблина. Два гоблина. Нужно прям все свичнуть. Одного хотя бы бить. Хил от Эсса бойчика. Выбежал. Хил, ставится. Один гоблин появился. На спацуне. Бой на Эсса прохил, мандая. Маздай, ты... По фоку закиньте, прохильте. Тимур напуливает, когда выйдет змей, в никотин напуливает. Чтобы она была больше. И сложная. А ты его пинала, а то ему истерию закинешь. Или... От... Под Геру, прям. Геру. Правильно. Если гоблин остался, закиньте к змею гоблин. И под змею еще. К выходу. Закиньте под пинаковать бог. Все, врывайте сразу в жуткую. Хорошенько ее задотайте. Поможет. Подержи еще, Андрюха. По кислотной сыграли. Дали герла. Дали, хорошо. Максимально буду с ним, ребят. Все, видите, если вас заморозит, Андрей сам под жуткого успеет его разморозить. Просто бейте. Дуэйсбаунт нажмешь. Кто может подсейвить, свои подсейвы медики тоже нажмете. Кто может снять, тоже снимает. А меликов? Скоро корчак полетит. Мелики, прошмай, айсбаунт. Прохиливайте усиленно, просто бурстите.
Бейте, бейте, у меня рвота, я разморожу. Кого успеет, того успеет, хорошо. Еще один харчок, скорее всего, полетит. Так. Танк зам... Нет, нормально. Нормально, нормально. Ты там долго отбиваться. Бейте танк, умейте играть пока в кислотную. Бейте по направлению. Не в эту сторону ведёшь. Ладно, уже веди в эту. Всё, остановись пока. Не веди ее пока. Милики, вы можете убегать к огненной. И бегите, не бачите. Рыжу. Разлезона. Разбежались, разбежали. Хорошо. Кусяло прохитите. Ладно, ничего страшного, поднимем потом. И бегайте с дебахом по рейду. Бегите, рассветочите, хватит. Рыжу. Иди танчи, я тут буду барный. Иди танчи, я барный. Иди к воротам. К четвертой. Пинаковато. Ну. На пульте на него, на пульте. Под ебалу идите. Алёх. Блин, не знаю, ну что происходит, блядь. Я барну куда. Николай, ты тут? Вставай, я тоже сдох. Сморожил. Ну чё, волчки? Я ему всё потому что, блядь, у него шипел, кричал, пропасти. Прости. Так, есть два БРа ещё. Только восьма БР, кусяло Малик БР. Иди, вали. Давай, скорее. Ведите их, свали. Подойдите к ледяному. Только в уже не заходите. В районе печеньки червяк. Блять, червяк выбежал. РДшники, подошли, добили РД. Ацесса, прохиль, нажми бабу Ацесса. Милики тоже надо, чтобы помогали, наверное. У меня нет, блядь. Чё больше пожалуйста. Всё, падайте, упали, встали. Ни пинковаду никто не разморозил. Из-за этого упали. Ой, блядь. Ну напишите хоть что-нибудь, ну ёбану, скажите, напишите, ну блядь, зачем сложно отследить? Да не слышно тебя было вообще. Потому что он зам... я понял. Он замутил. Блядь, я не... Не знаю, я его замутил, ему написал... ПМ, я тебя замутил, потому что у тебя микрофон кричал, нахуй. Я тебе еще на начале пула написал это. Так, рыба, Андрей, у меня рыба закончилась. Заходите скорее все. Нормальный сейчас трай был. Сейчас сделаем наконец-таки все нормально. Бьем. Кучаво, вставай. Смотри, Никола, ты сейчас все хорошо сделал. Начал от босса отводить, наоборот, своди с огненной вначале, и потом просто повернешь в сторону ворот, и все. Чтоб миликам было ближе бежать. Кусяло, вставай. Кусяло, ты здесь? Да боже, ну... Так, ладно. Да, сбери там наш ШПМ там. Ну тут, блядь, каждый, мы меньше траем, вот честно, мы могли, блядь, за это время уже ебашить и ебашить. Ставьте шкаф. Каждый раз вот так. Заходи, да, сейчас. Или... Чё там? Ну, там Владюха. Подожди, я забрал Рогу. Рогу добрал. Возьми друида, который в дискорде, который наш.
Зачем? Так, Владимка, это тоже скейт. Он вместе со мной, короче, получается так, что он с той гильдии скрыл. Ты его кикни. Он больше поэт, да. Это все интересно. Ну, ты его кикни с рейда, потому что его выкидывать еще минуту будет. Сука, вот как бесит. Надо хоть, чтобы люди предупреждали хотя бы, что они отходят там. Включите ему микро. Это пук же, да, Кузя? Он где мне, потому что Саня. Нет, Владимир, короче, вот вместе с нами, с подаваном или вновь, он, естественно, за нами пошел. Не, я про Кусяу говорю, Кусяу пук. Не, я посижу с ним, но вот этот рок, он даст больше меня, это факт, на ШП, потому что ШП у меня, вариант, если прям вообще никого нет. Ну, максимум 6к, да. ШП, это если мы бабочку. Сейчас, с ним, сейчас засумоним, Бадюха, сумоним уже. Принимает сум, сразу. Как в любом случае, кто-то вместо меня пойдет скоро. Дальше. Первого босса без второго, так, там руку. У нас сегодня так же все растянулось, пиздец просто. Ну что, Владюха, пробуй принимать, минута вроде прошла. Ну? Засуманили, пришел сум? Сейчас, так, поставь, Андрюх, еще этот, одну рыбку, пожалуйста. Ребафните рогу полностью, будем начинать. Владюха, будешь бить справа от босса, если что. Это на огненном. Кушайте рыбку. Так. Все, ты полностью топ. Если все готовы, будем допускать. Кто топ РДД у нас? Что еще раз? Топ РДД на бабку закидывай. У нас есть. Закидывай на бабку. Сайт, старт. Готов? Не скажите, блядь, ну пожалуйста. Еще одна честь, готов, закастуйте на ЛСС, будем читать. Суня. Я тут. В Альтабе. Все, все готовы, запускаю. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Просто напоминаю, ребят, когда они закрываются в лобби, почти сразу идите набирать РНЖ и держите между собой РНЖ. Чуть-чуть потеряете ДПС, но держите РНЖ, это важнее. 10 метров сразу друг от друга. Милите, чуть-чуть побьете, тоже побежали. Держите тоже, соблюдайте РНЖ. Всей пачкой не бегите, и также можете бегать по кругу. Ты его стараетесь свалить чердаков. Попробуй что им сказать, тебя слышно будет или нет. И он замолчит. Раз, два, три. Все, 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 отлично. Все, отлично, замечательно. Ничего страшного не произошло, сейчас убьем. Давайте, ребят, уберем тебя и погнали. Ты накладывал правильный дракон, пиздец. Появился гоблин на ком-то. На сайте. Ставится игры подобные. Кто может станет, то именно всегда станет в приоритете. Станет мало. На эссенсе сбили мало.
выбежал. Практически его. Смотрите, если стакать, но вот это, ребят, просто конус разбедите и все. Не сидите, куда идти. У вас так или на вас играть будет не поедем. Ваш спирит, выбеги немножко назад. Смотри, только не в огонь. Не вон, следи. Огонь долго летит достаточно. Стаки пропали, он даже подбежал дальше где. Но на танке гоблин надо сбить. Боб. Уфологу Вадим Боб закидывай. Танька, готовься в пиноколаду закидывать. Опять же, если гоблин будет после босса, бегите, бежите с гоблином прям под ворота. Если даже РДД тоже бежит. Под ворота. Чтоб милик не могли кливать. Бегите, набежите. Что-то били босса. На позиции все. Все, милики уже побежали туда, чтобы ДПС не терять. Сразу же. Выходит жуткая, сразу вливаете от нее. Только дальше вначале танку забрать. Вас не похватало. Играли по шуткой пока. Андрюха, подержи еще чуть-чуть. Уводи. Все, подписывай. Бустим. То на хилах. Ранжон уберите. На кастеров. Нормально, на кастеров. Кастеры все в унус забежали. Все, продолжаем бить. Это отлично, на кастеров. Бейте сразу, побежите на огненную. Бить. Продолжаем также бить. Милик, РДС побежали. Если будут рядом черви, тогда побейте. Нет, это недалеко. Нормально, нормально. Милик, бегите тоже, бейте, помогайте. Да. Вова, сразу веди к огненной. Веди прямо на нее. Да, смотрите здесь. Прямо, подержи. Лужа, лужа. Сейчас лужа прохнет. Не ставь, реально лужа прохнет, блядь. Должна. Разнобрали лужу. Все ранжу набрали, миленькие особенно. Не полетел, хочу. Разбежали, бежали. Сейчас кто может снял. Долмас. Хорошо, я держите ранжу. Боечка убила. Разбежали РДДшники, буревестник, бафка. Разбежали. Так, боечка надо поднять. Андрюха, пока танчи, потом поднимем. Забери босса, забери босса, ты забираешь дуберну нахуй. И сразу же реба, боечка. Ведешь под ворота. Всем здорово. Здорово, потом да. Давай разберёмся. Видишь, кто ты, не знаю. Это Саня. Веди, блин, к воротам, подлецом никто не стоит. Бабка, смотри аккуратно, на конусом дышит. Подъебал, уйдите, сейчас дыхание будет, но. Видите, ведёшь, конусом. Боковая стола тоже, смотри аккуратно, она дышит конусом. Отбежали. Веди дальше к воротам. И держи прям в воротах, будем щитальянца убегать. Звездочку отлетать, не слышно. Всё, отбиваем босса. Отверни босса, Андрюх. Отверни босса, отверни. Стенку отверни его. Все, уводи в щитальянца. Поставил звездочку на человека. Звездочка. Убирайте свои это пускай. Все дефики быстрее подбежали к боссу. Чтоб мог. Готовьте звездочку сбегаться. Звездочка квадрат стоит. Две звезды, две змейки. На людях. Сбежали, звездочка квадрат, скорее. И правда не вас, мы никакие потоки мы сразу же убрали. И разбежали справа-лево, вперед никто не бежит никогда. Молодцы. Брустим. Роги, обменяйтесь напулами. Милики, только не летайте от него за вас. Тихо. Ближе к боссу. Подъебал, Саня, просто весь нахуй. Разморозка. Хорошо, готовьтесь опять туда. Квадрат, звездочка. Вон, звездочку сбежали сюда. Право-лево, разбегите. Да, еще пару раз так сделать и все.
все поймите. Хорош. Сейчас какой-то челик был, милик какой-то. 100%. Больше нет танца на Африку. Это был последний танц. Пожалуйста, не обосыпайтесь. Просто правда, садитесь нахуй. Садитесь уже в звездочку, блядь. Прямо сейчас садитесь нахуй. Не тупите, ебать. Звезды право, лево. Да, блядь, ну... Ну, блядь, я не понимаю, кто сейчас съебался, просто надо на слайд. Эридар какой-то. Я заметил. Спайки не забывай нажимать. Раз. Но все равно без стаи можно убирать успеть. Просто все сбегитесь уже, подъебало в звездочку. Что вы стоите там сраки? Я на маг не играю песни, да? Сбежались. Все, сходи. Я хуй знаю. Я, блядь, постоянно захожу сюда, до танка. Вот это же, смотрите, сейчас влево не убегайте, а сейчас убегаю в любую сторону. Дайте ПВР бочку, только ЛСВ. Один игроков с тебя будет потом. И бочка, а любую БР. Бочку, БР. Поводим. Ну, нажимай сейчас этот, короче, на дыхание, слышишь? На дыхание мастер этот ударит, он вам придумал, всё. Нажми этот, нажми, ну, ладно, скорее уже. Всё, добейте просто. Блядь, Андрюха, у тебя лут скорее. Ой, блядь, Рога Грац, какой-то из Рога, топовый кинжальчик. Андрюх, у тебя лут? Бойчик повод стоит. Рыбу. А, у меня рыбы нет. Поставь рыбу. Так, что здесь отличие от босса? Пинковато будет на боте, Андрюха будет некоторых демонов брать. Демонов, големов. Все РДДшники перебежали на левую сторону. Встали по два человека вокруг креста. И держите между собой ранжу 10 метров. Вот, вокруг креста. Будет появляться портал и будет появляться пенек. Нужно будет убивать сначала портал, потом будет баб. И также будет нужно убивать пенек. Маги, когда выходят големы после пенька, бьете тех големов, которые целые и которых никто не бьет, чтобы они за него ослабили. Также будет нажать мастера, первый нажимает сосуны, потом калечит, потом майли. И от тебя будет пиноколада айсбаунд по команде. Также все свои прожимки не забывайте нажимать обязательно. Будете свечиться все големов, все свечиться будете в бабы, все свечиться в портал. Также босс на боссе будут стаки, постоянно все, кто могут, снимают стаки максимально быстро. И не забывайте свои прожимки нажимать во время големов. Первый лупом же даст мат, второй даст пиноколада. Потом на стопу будем запускать. Всякие там проблемы на ману, это не спешите отдавать. На пул в пиноколаду, пиноколаду на боссе. С той стороны, пожалуйста. Как слушал, собачка? Перебеги на левую сторону. Половину разделите комнату, ладно. И станьте по два человека, пожалуйста. Вот, два человека, да. И здесь человек. Вот, смотрите, стрим только ОСВ и Паша спит. Станьте вместе просто, вдвоем. Сбегите. Один одного можете стоять. Два человека, жесть. Ну, блядь, сюда буду голема там вот здесь. Вот, хорошо. Блядь, ты квадрат, вот сюда буду голема там здесь. То бишь, у вас, блядь, не пошел туда, блядь. Как хотите, нахуй. У меня стоит ебаный там в рот, ебаный стол. Всё. Да, показал. БССом. Ну, блядь, если обратился на толковую сову, бабка на БССа. И притон, а у нас одна сова, да? И притон за косту и на Войт Спирита. Блять, буревестник вылетел. Ука. Ну, будем тебе не попробовать. Смысл в трехилах, шо?
Ну, просто делать. Будем пробовать. Смотрите, возле буревестника рядом, не стойте. По боссу играем. Андрюха, бей пока в коте. Давайте под конец. Скоро будет портал, приготовьтесь. Он появится плюс-минус в кресту. Свичнули, каз бейте, свичнулись в портал. Все в портал поиграют. Подводи босса к порталу. Толковую сову прохил приоритет. По толковой сове. Прохилить, Маздая, Майлика, толковую калечить, выбежал. Сыграли все по бабе, это тоже более. РТДшники играть, они и Милики играть в босс через клип. Что-то не вижу. Пики просил. Так, их на боте. Нет, то, что я 10 умножал, это ненормально. Блять, ну я проебал тут у вас, прям. Каст. Я проебал. Прям чем. Следить просто много за. Притон выбежал. Майлик, надо, чтобы повод и вернул босса на место, а то появится. Пенек непонятно где. И через 2 секунды кастуй бомжей. Кастуй бомжей. Скоро появится пенек, стаки, стаки приоритет, потом пенек. Играем. Каст. Стаки сняли. Так и помогайте самарам. Кресты. Сыграли по гадам, на змеи спал. Мастер, все свои прожитки. По вулкану не поговорим. По вулкану, вулкану, сырян. По полу и слову приоритет прикинуть. У кого мало хп, отбегайте от поста. Ладно, тут уже много сдохов, сдохните просто. Три хила, четыре кладки, не такой. Один прыгни, сколько хила. Будет еще масса, когда добавится. Уходите просто. Подойдите, рядом, встаньте вот в один фрейм, он шотнет вас, или в огонь забегите. Беги, малышка, беги! Прикони урон по дюкам. Беги, малышка, беги! Пожалуйста. И, ребят, я пытался сказать, в гнем убить. Вначале всегда лука убивать, а потом... Я думаю, люди не тупые, я понимаю. Так, я за одного босса... И убедительная просьба. Убедительная просьба, оставляйте бурсты на вулкан, пожалуйста. Типа, если у вас какие-то есть свои прожимы, когда вам самолет подходит, то бежите их. Я продал по 77500 за убийство первого. Скорее, дайте куб. Почините все, и бахните, поставьте духовку. Жив стоит справа. А ну, только тебе придется кровь немножко ты сделаешь. Извинишь, я тебя это оставил. Мне скоро на работу уходить. Потом объясню, что сделать. Если можешь, позаписывай, либо скрины поделай. Я потом все поснимаю и подбавляю. Все, все готовы? Если готовы, на свои места встаньте, я запущу босса и подбегу на свое место. РДшники расстроились по 2 человека. Вадим, пила, отпивайся. Вадим, когда выйдут големы, тоже нажмешь массакру. Все, запускаю, читаю до 5, запускаю. Раз, два, три, четыре, пять. Готовься ловить его. Поставь его на место. Смотрите, лужу, наверное, под конец как забиваете. Через 10 секунд ворота будут. Смотрите, достает по всем. Все люди, которые в центре стоят, два шмана, надо разбежаться. Три пса прохилить прилетят. И поворотом сыграли. Бабу, баба бьет магов. Касту босс. Ну ты офф выбежал. Баб забейте, сыграли по бабу. Кстати, на боте. Сацуны прохил приоритетом. Надо бабы залить. Все по бабам сыграли. Давайте раньше выносить лузу, то босса невозможно несколько ставить.
Стой пока гимнаману. Толковая сова выбежала. Толковая сова выбежала. Через 8 секунд толковую сову прохилите. Ясно. Так, стой бомжей. Где он его? Кино боссе. Стаки, стаки. Намат, у намата никогда. Касты босса. Сыграли по порталу. Толковую... Асака, айсбаум, погрем, да после этого. И свои прожимки нажимать. Толковая сова опять выбежал. Только в огонь не беги. И далеко не отбегай, чтобы тебя хилить могли. Хорошо, отлично. Сацуня, а, у тебя касс Петя. Андрей, я бы РП маздаю. Я давал полсовет. А, окей. Ну, верни босса на место. Пускай сова даст помаздаю, всё. Сова дай бы РП маздаю. И рибав сразу. Сову тоже рибав. Колечки, выбежал. Нормально, выбеги, пожалуйста. Хорошо. Ху-ху-ху! Знаю, тоже не бафните, касс, сбейте. Знаю, хил прелесть. Сыграли по воротам, все. Подвиньте по воротам. Касс, у босса касс. Брелесники поставьте с Бабу заберите с мага. Собачка выбежал. И сыграли по бабе, все стаки на боссе приоритетом. Все, кто могут, забирают. Второй тотем поставьте. Толковая сова залей минор по буревестнику. Так, у кого-нибудь бомжи остались на следующий каст? Големов, дадим геру на нее. Не, когда я скажу. Толковая сова приоритетом прокил. Эрсец выбежал. Если есть бомжи, закастуйте бомжей и ставьте скоро приоритетом снять. Каст. Приготовить стаки снимать. Стаки сняли. Геру дали. Сыграли по порталу. По порталу. По хим определенно приоритетом. Москва, если есть. Все твои прожимки. Намат выбежал. Или зеленку прожал, либо выбежал, лучше выбежал. Майлика приоритет прохил. Андрюха, залил именно по процессу. А, ты уже залил. Каз бить. Вова, у тебя куда у меня есть бомжи? Стой ты на боссе. Атесса, иди в мили-зону, восстанавливай ХП. Ой, ману восстанавливай через жагу. Войт Спирит тоже самое, иди босса. Айсон выбежал, Айсон, Миллизона, 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 отошли, отошли, Миллизона, отошли. Блять. Мне просто два ворота сыграли. Тотем на ман, шмана. Когда уже мне? БР есть по АЦСа? Если есть, залейте по нему БР. По бабам сыграли. Ставьте на боссе, сняли. Каст. Мне кажется, надо добивать босса, блядь, иначе это... Ну, шнурок не выбежал. Играем все по боссу. Все, блядь, все, все лужи в мире зоны развития. Что такое, когда куча наёт? По боссу играем все. Как? Под ДЦ Иннер, да, если сова? Если есть у кого-то свободный инер, заберете. Будем игнорировать, будем бить босса. Играем по боссу. Владюха выбежал, кажется, так и сняли. Отводи, отводи от голема, отводи от голема, я буду их там, просто отводи. Еще, блядь, разлились, да ёбаный рот. Это на какого, все, на кого ли? Кидает? Дай не убьете. Попробуем просто добивать. 2 миллиона. Испепеление плоти против приоритетом собачку. А. Блять. 4 лунга в мире зоне.
Да там больше, там что-то хуже было. Да, покадай просто. Почему? Ну, короче, это айсо и лечит. Вот эти точно 100% минус крол надо давать. Можно, да, со стороны скажу, я очень смотрела, ну, да? Лужи выносили 100% РДД. Типа, РДДшники только выносили, а все милики стояли с лужами, пока добавили 3 человека, может, вынесли и все. Короче, калечит, я тебе скажу вот так, смотри, слушаешь? Там, не знаю, кому видос снимает, можешь посмотреть. Короче, ты, блядь, жмешь ебаные тапки, во время тика, нахуй. И оставляешь одну, блядь, лужу вот здесь, там, и бежишь, нахуй, ты уже разливаешь кусками лужу. И кушать быстрее, у меня немного времени, потом разберете. Если кто-то не понимает, как лужу разливать, как только на вас кидают дебафы, сразу выбегайте с мелизоны и прям к краю бегите, и по краю прям разливайте, чтобы никого не задеть. Прям бегите к краю, к стенкам, и по стенкам бегайте, никого не заденет, и все будет прекрасно. Катя все правильно сказала, сказать ник сразу же мгновенно, не думайте, мгновенно выбегаете. Да что ты мне уже скажешь, ты вот стоял, смотри, аппарат, блядь, здесь стоял, мой страх побежал вот так. Потом вот посмотрите просто. И да, кстати, калечи, так как ты сейчас показал лужу, не выноси ее, пожалуйста, ты ее вынесешь под портал, блядь, и под ебучую нахуй вулкану, вправо уноси. Мы можем заплять, потому что у меня времени немного. Давай, смотрите, готовность, поехали. Потом разберёшься. Ну, сам, типа, ты будешь давать популярный, я понимаю, что времени мало, но, типа, люди хуйню творят. Типа, падает из этой хуйни, мы больше времени потеряем. Лапку, лапку дайте. Лапку и готовность. По СС-ам, если есть бабка на СС, а Чернобыль на толковую сову, Притон закинь на Мэлика. Так, все готовы? Считаю, запускаю. Раз, два, три, четыре, пять. Запускаю. Раз. РДшники, смотрите, ранжу держите. АУЕшка по всем не залетала. Там один каст, он не сбивается, если он проходит. Проблема пока по полосу. Выносите лужу, пожалуйста, адекватно. Сказали ник, сразу выбежал человек. Каст, босс. По воротам сыграли, босса подвели к воротам. Потом сразу по бабам. Бабы подвели у входа прохил приоритетом. Скоро будут стаки на боссе. Так, хики выбежал. По бабе сыграли. Стаки на боссе. Помогли те, кто могут. Писты, команды, все. Кас. Кас почему не убили? Намада прохил приоритетом. Его добили. Ставь каст. Хорошо, молодцы. Только не добивайте, но вам сбейте. Ставь выбежал. Сразу же подбегал. Хорошо. Каст. Тут уже докатились. Боевестника приоритетом прохил. Да. Появится. Костюм он же. Сыграли по порталу. Сейчас появится стаки, забрали, может, а потом по порталу. Босса уже не подводить, но пока не отводить, сейчас стаки заберем. Видите босса. Сыграть по порталу, массакра. Вывесник, вставай. Так, не понял. Нету, кстати. По клемму играем. Все, набиваем клемму. Так, БР, Андрюха, когда откажется, как бульвечник, да. Это же старт, да, бульвечник, каст. Парк. Ну, надо пройти вот стаки на боссе. Ребята, короче, появляются, блядь, голема, ебаны, там, блядь, рыжу набирает, очень побежал. А не подходите, блядь, голема, это пиздец. Рыжу набираете РДшники, и прожимки все прям прожимаете, руки 50 на 50, рога вообще не сдохнут, можно. Больше 50 на 50, вообще не сдохнут. По порталу сыграли. Паша Спирит приоритет прохил. Андрей, залей Иннер по Войт Спириту. Да, сбейте. Толковая сва по Буревестнику зальёшь, когда его поднимут. Все сняли. 5-3. Раз. Отцеса прохил перед чем. По бабе сыграли.
Каш. Чернобыль выжил мгновенно. Эссенса приоритет прокил. Бабу нужно забить. Хорошо. Косту и мат уже если есть тоже. Чернобыля почти. Скоро стаки на 8, потом сыграли все в этого. Через гера будем бить. Сняли стаки. Дайте Иннер му галеру. И все свои сейвы. Жми Void Spirit гимна на хп. И ты выжил. Магик, кстати, есть? Сколько у вас слоя личных магика? И когда его есть, он поставит тотем на ману, если есть вот еще. И сразу же ребаф. Ребаф на все шаманы, не просил приоритетом. Кстати, на бочке. Бэтспирит выбежал. Великут, залейте ману, если есть. Скоро и надолго. Темп просто нормально, ладно, у него. Все. Короче, подсыграли поворотом. А Тесса просил приоритетом. Ворота топили, играя по боссу. Нужно будет его добивать. Бабу заберите, бабу игнорируйте, пока убьем это. Вадим не на то отдал нас сокру. Стать минус 8. Побойчику если есть, заливай ПС-ку. Подстать. Каст боссом. Все, играем по боссу, на мат у тебя откатились бомжи. Нет. Так, хорошо. ДДСники на мат выбежал. Сацуна против приоритетом. Если что, поведешь босса в РДД зону, когда появится портал. Только после появления портала. Так, и забрали все ладей его к выходу. Так что РДДшники бить могли для... Разбегайтесь. Влад, возьми на себя одного голема, бойчик. Я одного голема загрел на себя. Свои прожимки нажмите и добивайте босса. Кайтесь там големов, кто может. Мы добили. Вдруг я начислил за босса и побежал. Андрюх, смотри, что тебе нужно будет. Напрягаю записать всех своих, кто там до такой ИП будет. Саня знает, как это все делается, он поможет. И скажешь, сколько боссов потом убили. Я тоже начислил. Хорошо? Ну тут еще да. Вас кто-то ливнул, помимо тебя. Калечит, ливнул. Никакого заговора здесь нет. Рпал, короче. Вот, Ксюша, есть. Спросите. Я не Ксюша, я Катя. Ой, Катя, извиняюсь. Будешь Ксюша теперь. Не надо. Просто чувство у нас их два есть. Что сюда знает. Блин. У нас минус 2 получается, да, типа? Да, и спросите, может, Кусяву верну. Так, я начислю. Забирай туда, я. Дай лидера, дай лидера сюда. Да. Да, держи. Он 2 минутки отошел. Всем начислил. Набирайте Катьку. И вон Джипорка есть в гильдии, спросите, может пойти. Пойдет. Может хелпнуть. Я победил. Там Джачи еще есть. Есть. Удачи тоже. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь. Поэтому реально, Чернобыль не хочешь демона выбить, у тебя, насколько я помню, намного лучше получалось. Ты сколько не терял.
Вы хоть кто-то помогайте там раскол стакать время от времени. Уже сам заебался уже. Притон, я... Удалите нахуй свой подсолнух, без агрессии, без сону, ты там посмотри, что-нибудь сделай, потому что у тебя разница должна быть максимум 1000 ДПС между спеками. Не столько. Да, и Андрюх, ты можешь особо не париться, я опять-таки могу залить просто вот, и Саша по воду все всем запишет, и все. Ну, у тебя соки-то страшные, а так нормально. Власть лучше, две власти. Добирайте там, кого добирать должны, кто там заменил. Одна власть. Соки-то в хосту. И в 2-3-8 сове. Чем-то это не найду. Чтобы... Есть у кого скада, блять, скиньте абсорб, блять, с хилом, блять. Слишком много, блять, в одном приложении. Да посмотри, сколько интек конвертируется в СПД. Я знаю. Ну, так. Ага, так он слышно, да, эту. Посмотри цену стата в инты по отношению к СПД и к криту. Немножко больше, когда бесплатно собирается отдельно. Это ты же за шо рассказываешь? Особенные диалоги. Тебе не понять, Володь. Совинные? Ну это то же самое, что ты, не знаю, там в магии или в сове собираешь дух. Типа говоря о том, что он мне дамаж дает, ну это такое. А, ну да, хуево. Я, блядь, где-то сайт какой-то видел. Приоритет характеристик на все классы. Табличка такая интересная. Что там добрали, нет? А хуй знает. Все, встало коло. Бойчик, во фроста спекайся. Петя, что там у нас получается? Танка. Все локи достали сразу суккуб. Переместите меня в 6-й группе. Не сомните, пожалуйста.